Прежде чем попасть в финальный этап спартакиады по волейболу, команды прошли строгий отбор. Только 16 команд попали на краевые соревнования. Из них определят победителей и сформируют сборную для участия в дальнейших соревнованиях. Лада Санькова увлекается волейболом 6 лет. Волейбол стал не просто спортом, это ее образ жизни. День без тренировки для меня уже тяжело. Когда мне на душе становится не очень, я всегда иду на тренировку, где мои друзья, которые меня поддержат, и мой любимый спорт. Вероника Малий, по примеру мамы и папы, мечтает стать тренером по волейболу. Девочке всего 6 лет, но у нее уже много медалей и грамот. Здесь играю, я помогаю команде, я кричу, чтобы они выиграли. Волейбол – это когда играешь сверху, снизу, ты подаешь подачу. В финальном этапе 7-й летней спартакиады определят лучшую команду среди девушек и юношей, которые поедут на соревнования Южного федерального округа, а в июле предстоят всероссийские соревнования.